Телевизионного партнера «Нотабена» сменит только для абаканцев. И никому не придется перенастраивать свои телевизоры, чтобы смотреть любимые новости. Мы остаемся у всех кабельных операторов на тех же кнопках, что и сейчас. Кроме того, с нового года «Нотабена» будет также на 92-й кнопке в Ростелекоме. Но теперь не только для Абакана, а на всей территории Хакасии. Время новостей также не изменится. Прямые эфиры «Нотабена» выходить будут в 7 вечера, но нас станет больше. Партнерство с телеканалом 360 нам дает гораздо больше времени для собственных программ. А это значит, что программа «Нотабена» будет выходить в эфир в удобное для каждого зрителя время. Это и утром, и днем, и несколько раз вечером. И сам телеканал 360 нам подходит больше. У нас схожие взгляды и направления вещания. Мы продолжим выходить и в привычном аналоге. Выпуски «Нотабена» смотрите также в 7 утра и в 19 часов вечера по будням. Ну а кто не может жить без интернета, смотрите «Нотабена» во всех соцсетях. На Ютубе и на нашем сайте ctv7.ru. На СТС мы продолжим размещать рекламу наших партнеров. Медиагруппа получила эксклюзивные права на размещение рекламы в цифре на 5 каналах. СТС, РЕН-ТВ, Домашний, Пятый канал и ТВЦ.